Среди вопросов, поднимаемых жителями Большого Утряша, вопрос о свободном пользовании колодцем технической воды. На сегодняшний день, если вы посмотрите публичную кадастровую карту, участок скорректирован. Участок вместе с колодцем исключен из земельного участка буржуа. То есть объект, как тогда... Подождите, как тогда и была договоренность? Буржуа выполнил работы, да? Выполнил. Выполнил работы. А жительство со своей стороны ничего не сделали. То есть буржуа... давайте выслушаем уже до конца. Значит, до конца были выполнены работы, сейчас там стоит здание, то есть он, грубо говоря, благоустроил сам объект и построил здание. И участок под этим объектом, он выделен, то есть свободный подход. Не проблема и доставка в поселок питьевой воды. Начальник ЖКХ сделал такое предложение. Мы готовы вам заключить с вами договор, и вам эту воду продавать по цене, так же, как и для всех, по 36, не помню, с копейками. В районе 36 рублей за кубометр, это 1000 литров. Но главный вопрос, беспокоящий жителей Большого Утряша, известие о желании арендаторов земельного участка у дороги превратить его в строительную площадку жилого многоэтажного дома. Первый заместитель главы города Анжелика Бузунова дала обещание принять конкретные меры. Я вам обещаю, что администрация выйдет в суд о расторжении этого договора. На усмотрение суда, естественно, будет решение, но мы будем добиваться, будем отстаивать интересы наших жителей. За счет муниципалитета здесь построим детскую площадку. На требования жителей поселка убрать мусорные баки и перенести их в другое место, а конкретно разместить их у автобусной остановки, администрация города ответила отказом. ЖКХ «Абсолют» работает на этой территории не один год и знают это предприятие и его руководителя Леонида Судебор как добросовестных исполнителей.